to be, but you can try it, rehearse it, or train like a horse. But don't you count on me, oh, don't you count on me, boy. Get away. He's a great man. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, get my satisfaction. За этот сезон маски тоже поставил. Вел ли ты какие-то подсчеты для себя? Ой, нет. Но я могу точно сказать, что от программы к программе масок становится меньше, а недельки становятся все тяжелее. Почему? Во-первых, усталость копится и у нас, и у тех, кто скрывается под масками. Бывают нервные срывчики у нас тут, но еще ответственность растет. А еще я заметил такую вещь, что мы на эту тему разговаривали с балетом, наши маски прокачались. Реально прокачались. Если сравнивать первый номер, например, лягушки, я помню, с каким трудом она делала два притопа, два прихлопа, то есть здесь сегодня она просто уже... Я даже уже не парился, делал, что хотел на нее. Дыши прямо на меня, дыши прямо на меня, своим влюблённостью, своим влюблённостью. Дыши прямо на меня, дыши прямо на меня. Прямо на меня своей влюблённостью. Смотри прямо на меня. Они стали более выносливыми или они привыкли все-таки к маскам к самим и к этим сложностям, которые связаны с костюмом? Я думаю, что и это, и другое. Но самое главное, что просто навык. Навык растет. Они начинают глубже погружаться в тему танцевания, и, соответственно, их мозг и их тело начинают срастаться в единый организм. Ну и плюс к этому опыт. Это же опыт все. Весь бэкграунд копится и выдает результат. Ревностно ли они относятся к номерам своих соперников? Ну, то есть, например, ты поставил, они говорят, вот, ты ему поставил красивее. Такое бывает? Вроде такого не было, если честно. Но они все разные, конечно же. У всех абсолютно разные характеры, разная метафизика. Но я думаю, дело в том, что они настолько погружены в процесс и настолько на 90% находящиеся здесь наши замечательные артисты, настолько... ответственно подходит к процессу, что у них просто нет времени думать об конкуренции. Наверняка это происходит, но за кадром где-то и вне репетиционного процесса. Приветствую вас на нашу планету. Заряжаемся.
up like a million-dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Когда вы смотрите танцы наших участников масок, вы параллельно также приглядываетесь к балету. И очень часто ребята балетные потом где-то в перерывах подходят к вам, они спрашивают вашего мнения. Да, конечно, вот только что мы вернулись с перерыва, обязательно всегда спрашивают, ну как сегодня, ну как? И я пытаюсь не обидеть, ну потому что на самом деле работа на телевидении — это такая штука специфическая. То есть мы понимаем, что здесь даже не столько танцевальные качества ребят важны, сколько важно умение быстро очень генерировать внимание, держать материал, помнить его, потому что я знаю, в каком режиме они существуют и как именно вот подобного рода номера ставятся. Их невозможно, например, поставить без участников, без героя как бы номера. А у них иногда не бывает времени, иногда номера делаются просто за одну репетицию. И, конечно же, тут очень ценится умение танцовщика быстро запомнить материал, быстро сделать то, что нужно, иногда не задавая лишних вопросов, этот материал удержать, выйти на сцену и продемонстрировать качество. Но вот у нашей команды здесь, конечно, с этим все в порядке. Слава Богу. Если бы сейчас, на данном этапе, вы выбирали тройку лидеров для вас? Ну, это, конечно же, зебра, это, конечно же, щетка и, наверное, конек. Ну вот, мне кажется, что... Но там им сильно дышит в спину пугало. Потому что пугало тоже замечательно танцует. Так что, видите, не тройка, скорее четверка лидеров. Мы поднимаемся наверх? Нет. Не поднимаемся, мы стоим здесь. Лебедь здесь? Да. Лебедь здесь. Было все круто. Очень круто. Я раньше смотрел, но прям очень круто. Вот Божья коровка, кстати, очень переживает всегда, но всегда остается суперпозитивной. Это суперпозитивный человек, который постоянно дарит нам улыбочку на тренировках, на репетициях. Вот. Спасибо. Вот. Да, я очень сильный человек. Если это, надеюсь, не подсказка. Вот. Но все хорошо. Работаем, трудимся, творим. Великолепно. Подставлю тебя. Кто самый трудолюбивый из участников шоу «Маска»? Я. И Тарас. Самый скромный. Я и Тарас. Я вот и Тарас. Мы два самых трудолюбивых. Вот Тарас. Да нет, на самом деле все трудятся. Все трудятся, конечно же. Для всех это стресс. Нет, просто мне она бодается. Мне просто даже, если честно, мне даже не понять. Я в своей стихии нахожусь, а для них это стресс. Выходят ли они в своей обычной жизни на сцену или нет, тем не менее танцевать для них стресс. Респект, уважуха. Peace. Yo, come on, check it out now. Очень борзая божья коровка. А переработала немножко философию внутреннего состояния и сегодня решила преподать вам урок, сказав, мол, я не такая. Я не такая односторонняя, как вы обо мне думаете. Она не односторонняя, она многосторонняя, да, разносторонняя, я поэтому говорю.
А еще, видите, какое чувство юмора у нас у всех хорошее, видишь? Та-дам! Боже, коровка, мы за тебя тут. Да, конечно. Хочу сказать вот что. Хоть я и хореограф всех номеров, но «Божья коровка» очень часто дает очень крутые режиссерские идеи. Дети – это ее идеи. Никто не узнает, куда пропадали. Мы пчелами летали до утра. Жужжали, жужжали мы над этажами. Меня опьянила луна. Мы просто пчелы, на все готовы, на все готовы. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и в танце несу. Сейчас я заплачу, когда у своих кофе будет. Собралась, собралась. Тряпка, собралась. Голову взяла в руки. А подождите, а моя Алина, да я эти дела. Всех обнимаю. Из этого и будет состоять интервью. Не нужны слова. Зайдешь, а я тогда еще поплачу. Да. Мы на том этапе, когда действительно сложно прощаться с каждой маской, но надо признать, что сегодня самое сложное прощание. Я даже не знаю, какое будет сложнее. Как вы вообще держитесь? Плохо держусь, как ты видишь. Ну все, зачем ты это спросила? Ну все, сейчас будет это. Знаешь, плохо, потому что я... Не то, что мне грустно, я как типа я хотела победить, но я же всегда за честность, и я же понимаю, что в проекте принимают участие ребята, которые танцевали всю свою жизнь. У меня нету танцевального образования, знаешь, когда я пришла в этот зал первый раз, я понимаю, что я просто дрова, знаешь. Ну, то есть я типа могу на сцене, знаешь, там петь что-то, но когда ты танцуешь, и когда у тебя идет хореография сложная, на уровне тех ребят, даже танцоров, которым рядом, ты не можешь такое сделать. Если ты не танцевал профессионально всю свою жизнь, ты не можешь сделать. И ты должен стараться и трудиться, и работать в тысячу раз больше. Конечно, мне хотелось, ну, если честно говорить, показать, что люди, которые никогда не танцевали, тоже могут принимать здесь участие. У меня это не до конца вышло, но до середины получилось. Сказать, что мне не хватило желания, нет, не хватило... Не знаю, может быть, просто пришло мое время, знаешь. Но я очень старалась. На самом деле, для меня этот проект был особенным, потому что последние два номера, они, в принципе, полностью мною созданы. Акробат — это человек, который я попросила сделать этот номер. И сегодняшний номер с детьми — это полностью, ну, как бы полностью. Мне очень помогал и хореограф наш Леша, и режиссер. Но, в принципе, это все мои идеи, и мне разрешили их воплотить. И я очень счастлива, потому что мне кажется, что эти номера, они какие-то всегда будут особенные. А я поняла, что я никогда больше не буду принимать участие ни в каких конкурсах, потому что все это так сложно для меня. Я так сильно переживаю, и мне так сложно не руководить уже в своей жизни, знаешь. Я настолько уже как бы большой человек, и мне хочется, я поняла, что я хочу свой проект, хочу делать его, хочу вести проект, я хочу, не знаю, как минимум сидеть в жюри, но я хочу заниматься уже другими вещами. Я столько лет отказывала всем участие любых проектов.
Это первый проект, в котором я согласилась принимать участие за много-много лет. И на самом деле мы за это безумно благодарны, потому что что не номер, это было как-то очень искренне и по-настоящему. Тут Леша, наш хореограф, такой молодец. При первой нашей с ним встрече мы поставили очень красивый, помните, это чувственный номер, где с партнером, где он нес меня, где я шаталась. И я помню, как мы встретились, он говорит, номер такой, типа, не попсовый. Я говорю, да-да-да. И этот номер, он был такой особенный, и мне он так понравился. И в этот момент я поняла, что вот это есть, это то, что я хочу делать, знаешь. Вы же наш человек. Да. И поэтому все подходят, поэтому все обнимаются, поэтому все так чувственно. Я еще раз подтвердила себе, что даже тем, что все подошли ко мне, что я хороший человек. И мне кажется, что это самое главное. Я 20 лет пою со сцены, и, наверное, нет людей, которые скажут, что я там кого-то подсидела или еще что-то. Я всегда максимально отношусь к этому. И неважно, сколько ты лет, 20, 40, 50, ты все время должен оставаться просто хорошим человеком. И я думаю, что скорее, надеюсь, вы меня просто к этой категории относите. Спасибо вам большое. Обнимашки по традиции. Это мой партнер. Он со мной танцевал. Помните этот танец? Он был весь в красном. Танцевать с мужем, танцевать с подругами, танцевать с собой. Тренироваться, радоваться. Получать прекрасное лицо. Я ему говорю, тебе, наверное, тяжело будет меня носить. Он говорит, я справлюсь. Я такая, я ж не ела 2 дня, чтобы ему было полегче. А ой, подожди, дай я расскажу тебе. Можешь снять? Давай расскажу тебе. Это пипец, просто никто об этом не знает. Когда случился этот номер с акробатом, которым мы работали, мы его сначала сделали, трюки проверили. В 3 часа я словила реально паническую атаку, потому что понимаю, что поддержки нет, страховки нет. И если трос оборвется, я просто улечу. Ну, то есть это было столько рисков, и я правда горжусь, что никто, ни один человек не прыгнул и не прыгнет туда, куда прыгала я. И я хочу сказать спасибо всем моим партнерам, которые были со мной, всем танцорам, которые были со мной, которые меня поддерживали. Вон, девчата тоже пришли со меня, мне. Мать. Поэтому спасибо вам огромное. Вы невероятно огромная, важная часть этого проекта. Стикер. Это Леша. Вообще, смотрите, как он начал танцевать. Короче, я хочу, это просто инсайды нашего городка, которые, возможно, нигде не покажут. Короче, мне Леша поставил первый номер как раз с партнером, собственно говоря. Потом я прихожу на репетицию, а там у меня другой хореограф. А я знаете, что говорю? Очень хороший хореограф, очень, мне очень нравится, но я буду работать только с Лешей. И я сказала ему, что я буду... И все. И так и получилось, смотри. Теперь до последнего номера ты мне поставил. Теперь все твое следующее шоу, ты знаешь. А я знаю, а знаете, девчата, когда со мной, можно тоже скажу, со мной занимались. Девчата. Со мной занимались, учили, отрабатывали. Представляете, я же давай, сделай, у тебя все получится, все сделай. Это хореограф, да. Это репетитор. Вот. Это разные должности. Все, спасибо. Алина нас все время встречала, провожала, прятала под маской. Все, спасибо вам большое. Не только Алина. Короче, я всем отправляю большие сердечки. Я, пожалуй, пойду, а то что-то подзадержалась. Все, сейчас стоп. Маска. Маску. Обратная маска. Обратная маска. Да. Да. Как человек с железной маской. И дети ее идея. А я стой, тихо. Поймали. Все, спасли. Давай, пошли.